Черная юбка из фатина и контрастный кроп-топ, атласы кружева, яркие детали и темные очки. Чего не хватает благовещенским выпускникам, так только красной дорожки. Ладу Павлову легко можно спутать с Кэти Перри. Все благодаря новому оттенку волос, под который выпускница подбирала весь образ. Туфли заказала из США, платье шила на заказ. Потратила 30 тысяч родительских рублей и не жалеет. Я нашла какую-то красивую картинку платья, сшила его на заказ. И еще мне туфли понравились, что они светоотражающие, и решила их заказать. Мне кажется, выпускной раз в жизни, и можно... То есть как-нибудь разгуляться, что ли, повод потратить много денег. Не менее эффектно выглядит и Ксения Ромашова. И группа поддержки у нее весомая. Мама, папа, бабушка, тети, дяди и племянники. На праздник вся семья попала благодаря красному комбинезону. Я вообще собиралась не идти, так как не находила себе подходящего наряда. Но ярмарка, я туда сходила и увидела, и думаю... Это мое. И все, и без вопросов. Сразу же деньги с карточки купили. Красный цвет, потому что он еще раз привлекает внимание. Это мой цвет любимый бабушкин, и как-то так получилось, что он уже и мой любимый. Мы просто любим яркое. Голливудская улыбка, темные очки и белоснежный костюм. Вот они, слагаемые яркого образа выпускника, уверен Илья Ложников. 2 месяца потратил на поиск подходящего наряда. На подборку костюма ушло много времени, потому что... Цвет необычный, у меня тоже необычный размер, и пришлось потрудиться, чтобы найти его. Трудился не зря, в следующий раз нечто подобное наденет не скоро. Илья собирается попасть в Институт гражданской авиации, носить придется только униформу. Зато 17-летний Никита с образом не заморачивался, пошел в том, в чем был на последнем звонке. Отличилась его мама. У Татьяны Ульченко прическа отличного стилиста, платье цвета малахита с картинки модного журнала. Выглядит не хуже, чем на собственном выпускном. Кстати, я была принцесса бала выпускного. У меня было бежевое платье, пышная юбка, очень красивая, нежная. Мне мой образ очень нравился. Конечно, сейчас это не актуально, но на тот момент это было очень здорово. Модных мам на главную сцену не пустили. Туда за медалями и аттестатами поднялись только выпускники. До конца торжества каждое движение местных звезд сопровождалось вспышками фотоаппаратов. Кристина Добровольская, Юлия Анохина, Денис Лугов, программа «Город».